Всем привет! Видео для тех, кому нужен мучной червь, но нет возможности его достать. Наверное, не секрет, что в голубятнях вам говорили уже, посмотрите туда-сюда. Вот сейчас я вам покажу. В голубятню заходите, допустим, вот эту берем. Вот, смотрите, вот он мучник. Вот он мучник. Так что смотрите, на крышах где-то, где голуби живут, под такими его полно здесь. Вот берем, вот он. Еще здесь мучника можно насобирать. Сейчас холодно на улице, я не знаю, он живой, не живой. Может, он там в состоянии ждет, пока тепло станет. Сейчас зима, но они выглядят вообще достаточно свежие, не мертвые, ничто с ними такого не произошло, потому что замороженные вот так выглядят. Вот этот замерз конкретно. А эти они мягкие. Сейчас хочу их разморозить и дома попробовать посмотреть, оживут они или нет. Набрал уже немножко. Дальше вскрываю. Его вообще полно здесь. Опа. Смотрите. Сейчас наберу. Какую-нибудь емкость его посажу. Посмотрим, живой он, не живой. Ну, вроде не околевший. Значит, должен быть живой. Может. Вот уже столько набрал. Обратил внимание, что смотреть надо вот в таких высоких кучках. Вот там становится много. Почему-то под ними весь. Вон она лежит. Везде. Вот. Наверное, в слоях. Вот видно вот здесь, что он линял. Даже вот части жука есть. Ну, жук-то, понятное дело, замерз. Вот личинка — вопрос. Следующий этап будет. Будем смотреть, разморозятся они или нет. Вот он везде, он здесь в толще вот таких плямб от помета голубиного. Здесь уже нету, странно. Почему они так местами? Получается, даже если взять одну, то в одном месте есть, а уже рядом нет. Сейчас посмотрим, да, туда двинем. Да, вот они. Да, они, кажется, везде здесь. Я сейчас наберу чуть побольше и пойду их отогревать. Посмотрю, что будет. И покажу вам дальше видео. Вот сейчас прошло уже часов 6. Некоторые из них начали шевелиться. Получается, способ рабочий. Даже вот в минус 20 где-то у нас на улице, в голубятне, вот таким образом мучной червь выживает. Можно его насобирать и расплодить.